Қазіргі уақытта кешенді жоспар өзектендіріліп, түзету нәтижесі бойынша толықтырылды. Ол бүгінде 879 объектіні құрайды. Жекешелендірудің кешенді жоспары бойынша 2016 жылдан бері 226 объекті сатылды. Сату бағасы 63 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде 18 республикалық меншік объектісі бойынша бюджетке 7 миллиард теңге түсті. Жонус коммуналдық меншік объектісі сату бағасы 17 миллиард теңге. Және 95 квазимемлекеттік сектор объектісі, олардың сату бағасы 39 миллиард теңге. Бұдан басқа 190 объекті қайта құру, таратылу сатысында. Осылайша жекешелендірудің кешенді жоспарының ағымдағы күнге орындалуы 47% құрайды. Бұл қайта құрылатын және таратылатын объектілерді қоса есепке алғанда. Теперь о результатах принятых мер и предстоящих задачах. Как уже докладывалось на предыдущем заседании, в реализации поручения главы государства о завершении приватизации до конца 2018 года проведена совместная работа, об этом и министр тоже экономики говорил, в целом всеми исполнительными органами, национальными холдингами и компаниями. По результатам утверждены дорожные карты по каждому объекту и новые графики продаж. 131 объект с 2019 и 2020 годов перенесены на реализацию 2017-2018 годы. Кроме того, по результатам проведенной инвентаризации госсобственности перечень, комплексный план дополнен 103 объектами. В итоге в 2017 году подлежат реализации 488 объектов, в 2018 – 101 объект. Реализация 17 крупнейших компаний фонда «Самрук-Казна» планируется в 2019-2020 годах. На сегодняшний день из объектов приватизации текущего года уже выставлено на торги 156 объектов, из которых продано 45 объектов на сумму 5,9 миллиарда тенге. 98 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации. 85 объектов находятся на оценке, которые, согласно дорожным картам, будут выставлены до конца июля текущего года. Также, согласно дорожным картам, в июле-августе текущего года будет оценено порядка 105 объектов, из них по коммунальной собственности 65, по республиканской 7, национальным холдингам 15 и социально-предпринимательским корпорациям 17 объектов. Таким образом, из 488 объектов до октября текущего года будут выставлены 95% объектов. Теперь о реализации топовых объектов. На 2017 год запланирован к реализации 31 объект, в том числе 25 по нацхолдингам и 6 республиканской собственности. Из них в настоящее время 3 продано и 9 находятся на торгах. Это 9 объектов фонда «Самрук-Казна» и 4 дочерних компаний фонда «Байтерек», холдинга «Байтерек». По 6 топовым объектам республиканской собственности проводится следующая работа. По 2 объектам, это Астана Хонагы и Национальный научно-медицинский центр, приняты постановления правительства. По виду их приватизации выбрана форма реализации на конкурсе путем двухэтапных процедур. И в настоящее время осуществляются мероприятия по привлечению независимого консультанта по проведению оценки. По акционерному обществу «Казмедтех» ведется работа по отбору независимого консультанта для проведения оценки к передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа. По 2 объектам «Международный аэропорт Астана» и «Железнодорожный госпиталь медицины катастроф» приняты также постановления правительства по реорганизации их, то есть присоединению и сегментации, и в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия. По РГП «Казахавтодор» принято также постановление о реорганизации и сегментации. В числе 101 объекта, подлежащего продаже в 2018 году, 13 объектов находятся в республиканской собственности, из них 8 относятся к топовым объектам, 42 – коммунальные, из них 1 топовый объект, 38 – нацхолдингов, из них 19 топовых и 8 объектов СПК. В 2019-2020 годах запланированы на реализацию 17 крупнейших компаний фонда «Самрук-Казна», в том числе 13 относятся к ТОП, из них 8 в топовых будут реализованы в рамках IPO и SPO. Таким образом, принятые меры позволили активизировать процесс приватизации, и основная часть объектов комплексного плана, более 80%, будет реализована уже в текущем году.
Перед всеми продавцами поставлены конкретные задачи, которые определены графиками продаж и дорожными картами объектов приватизации. Действующие на веб-портале Госреестра единая информационная база данных по объектам второй волны приватизации и электронная система мониторинга в режиме онлайн ежедневно обновляются и находятся в актуальном состоянии, что позволяет осуществлять должный контроль на каждом этапе процесса приватизации и при отклонении от сроков принимать конкретные соответствующие меры. Кроме того, в интерактивном режиме по инициативе участников процесса приватизации на баннере объекты второй волны приватизации выведен дополнительный функционал, предпродажная подготовка называется. Данный сервис наглядно показывает объекты на стадии предпродажной подготовки, что дает потенциальным покупателям возможность заблаговременно подготовиться к торгам.